Приветствую всех на своем канале. С вами Елена Смирнова. Кто не подписался, подписываемся на канал. А я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня я опубликовала видео обновленный Leo Paus тариф старт. Я зашла на 50 рублей. И вход всего лишь 50 рублей. От 50, скажем так. Значит, я немножечко ввелась в заблуждение. Нет, это все есть. Старт и 50 рублей, вход 50 рублей. Все это есть, как бы, да? Надеюсь, что у меня 11 просмотров посмотрели. Но это обычная социальная сеть новая. Без вложений. Я вот, да, я потратила 50 рублей. Ну, ладно, бог с ним. Мне теперь вот гложет любопытство, что я поимею с этих 50 рублей. Вот. Значит, сейчас вот так вот она выглядит. Вот, смотрите, социальная сеть с автомайнингом. Есть баунти-программа, ICO-лейдинг, белая бумага, дорожная карта, ну и все такое. Значит, регистрация здесь простая. Нажимаете «Зарегистрироваться». Значит, логин, email. Вот, я пригласитель. Так, и кошелек платежной системы Payeer. Галочку. Регистрация. Вам на почту придет письмо от, ну, с вашим логином и с паролем. И далее нажмете «Войти», введете, скопируете пароль и введете. И зайдете в кабинет. Далее. Так вот выглядит эта бизнес-сеть изнутри. Я уже как бы аватар поставила. Здесь вот сколько такая поместилась у меня фото. А была у меня фото вот такая. Она, наверное, у всех такая. Значит, это обычная социальная сеть. Смотрите, мой профиль. Ну, вот сменить аватар. Видео профиля можно загрузить. Секундочку. Так, ага, видео профиля. Что-то у меня тут зависче. Ладно, значит, предпочтение, редактировать профиль, конфиденциальность, редактировать страницу. Нажмем. Значит, что у нас здесь? А, лента. Этот объект ленты является лишь примерами отображения. Ну, что-то надо, наверное, написать. Ага, а здесь фото. Ладно, информация пользователя. Ваш профиль пуст. Щелкните, пожалуйста, пониже расположенной кнопки для того, чтобы заполнить его. Ага. Ну да ладно. Так, мой профиль. Медиа-центр. Мои фото. Мои видео. Я вот загрузила одно видео, уже попробовала, как бы, да. Здесь вот можете загрузить, как бы, видео. Значит, категории выбираете. И здесь самообслуживание, популярно, топ-заголовок. И сюда нажимаете «Загрузить видео». Далее что? Так, фотоальбомы, поиск видео. Здесь есть группы. Например, все группы, как в обычной соцсети. Ну, как ВКонтакте, да? Смотрите. Вот. Заработок в интернете. Вот я вот сюда вступила в группу Coin Nuggets. Уже люди тут... Заработок без вложений. Нажимаем. И вот, пожалуйста, группа. Нажимаем «Присоединиться к группе». Осуществляется загрузка. И все, я в группе, как бы, да. И пригласить друзей, если уже по желанию, да. А здесь поделиться своими мыслями, можете опубликовать пост. А это вот три пользователя, как бы. Потому что это все свежее. Так, новинки моей группы у меня нет. Группы на рассмотрение, поиск групп, фотогруппы. Далее, друзья. Отправленные запросы, заявки на рассмотрение, мероприятия. Мои мероприятия. Создать меню. Поиск пользователей. Нажмем.
И вот здесь, пожалуйста, можно добавлять друзей. Я вот тут уже покопалась. Вот. Так, добавить друзья, например. Нажимаем добавить. Вы отправили запрос. Типа того. Все. Запрос на дружбу успешно отправлен. Далее. Ну а здесь чат. Вот, я уже вот переписывалась с человеком. Так, далее. Ну, здесь вот заявки в друзья. У вас нет никаких запросов на дружбу, но здесь письма. Вот. Далее возвратимся в мой профиль. Идем. А, здесь еще автомайнинг. Смотрите, пока находимся на странице, у них здесь своя монета, которая вот майнится. И эти монеты потом можно вывести, не знаю, так ли я разобралась или нет, на Ethereum кошелек, типа того. Значит, мой бизнес. Здесь вот это все купить нам не надо. Финансовый кабинет. Вот я финансовый кабинет. Нет, не сюда я заходила. Я вот старт. Я вот заходила старт супербинар. Вот это меня видео, что я загрузила, оно меня сбило с толку. Потом я пошла уже искать информацию в интернете. А вот, смотрите, супербинар старт. Вот мои 50 рублей. Это уже, смотрите, вот это я, это клон. Это кто-то уже встал, пошли типа переливы или что. Вот пошли люди. Вот будут заполняться. Не знаю, что я здесь получу. Вот, но одно знаю, что я сюда больше вкладывать ничего не буду. Значит, это нам тоже не надо, вот это все купить. Ну, здесь моя команда у меня пуста. О, смотрите, фри. Видите, тариф фри. Бесплатно. А старт и VIP, это уже по желанию. Вот. И здесь у нас реферальная ссылка. Смотрите, первая ссылочка, вторая ссылочка. И что здесь еще хочу вам посоветовать, если решите присоединиться, посмотреть вот это видео. Видеоинструкция, как сгенерировать реферальную ссылку на любую страницу социальной сети. Вот здесь вот рассказывается, если может кому пригодится. Значит, что? Так, реферальная ссылка, рекламный центр, база знаний. Так далее. ICO. Это белая бумага. Купить токены. Дорожная карта. Промо-материал. Это тоже не надо. Так далее. Что у нас идет? Заработать. Это что у нас здесь? Социальный майнинг. Здесь тоже можно нажать и почитать. Так. Дальше. И как в обычной социальной сети, есть игры онлайн. Нажимаем игры онлайн. И, пожалуйста, кто хочет, играйте. Вы здесь играете, а монетки капают. Вот. Далее. Теперь поднимаемся выше. Смотрите, тарифы. Тариф фри. Вот что нам интересно. Вот. Сразу после бесплатной регистрации на вашей платформе вы получаете статус фри-партнера. Данный статус позволяет вам на 100% бесплатно использовать социальную сеть для своей работы, для общения с партнерами и продвижения своего любого бизнеса, как среди партнеров платформы, так и среди обычных пользователей. На тарифе Free представлены некоторые бесплатные программы, мастер-классы, тренинги и другие полезные материалы. Сами тут все прочтете. Так что без вложений это обычная социальная сеть. Здесь промо, конкурсы какие-то. Так что можно рекламировать свои проекты. У меня социальных сетей очень много таких. Вот, даже в одной социальной сети я создала свою личную группу. И народу там, мама, не горюй, как бы. Ну, а здесь вот 3 друга, 2 фото, видео по нулям и 2 группы. Вот.
Так что, кому интересно, регистрируемся и продвигаем свой бизнес без вложений. На этом буду заканчивать. И еще нужно будет вот разобраться с этими монетами. Что с ними делать потом? Здесь, конечно, их еще маловато. Вот. Ну, теперь все. Всем удачи. Больших заработков. До новых встреч.